Yeah, I can see that students they build their portfolios. Мы прям вот по такой тропинке лестницы поднимаемся. Обучение детей в школах Англии по многим пунктам отличается от отечественного. Это маленькие классы, учебные программы на выбор, богатый список предметов, занятия спортом после школы, творческое образование и многое другое. Конечно, не все учебные заведения в Англии могут похвастаться вековой историей и колоссальными размерами. В Великобритании есть целый пласт небольших, уютных, семейной обстановкой колледжей и школ. Но даже в маленьких школах Англии не экономят на детях и учебных процессах. Я часто говорю клиентам нашей компании Мариади, что не нужно слепо следовать советам, стереотипам, статусу, цифрам, масштабам. Все школы в Англии уникальны и по-своему хороши. Правильный выбор школы для ребенка – это сугубо частное дело, требующее индивидуального подхода. Меня зовут Адиль Ермеков, и я специалист в области британского образования с очень большим опытом. И сегодня я приглашаю вас на экскурсию по очень уютному и заботливому колледжу в Англии – Padworth College. В этом выпуске мы погуляем по этому учебному заведению с камерой 360 для максимального эффекта присутствия. После просмотра вы также по ссылкам в описании под видео сможете пройти на другие выпуски. Экскурсия по кампусу, общежитие, знакомство со студентами, дегустация школьного меню и многое другое. Это учебный корпус, да? Да. Спасибо. Так, это наша биологическая лаборатория. Добрый день. Это биология. У нас сейчас экзамены. О, экзамены, извините. Все в порядке, просто повторение. Этот класс обычного размера? Думаю, иногда бывает больше людей. Максимум обычно около 12 человек. Удачи, ребят! Так, здесь всякие... Сейчас, наверное, самое плохое время для съемок. Я очень извиняюсь. Сейчас все готовятся к экзаменам, занимаются. Через окно. Тоже очень маленький-маленький класс. Биология, физика. Идем дальше. Все эти картины нарисовали студенты? Да, на занятиях по изобразительному искусству. Понятно. У нас замечательный департамент искусств. Все, что вы видите в школе, было создано студентами. Все, что вы видите на стенах, да, это было нарисовано учениками этой школы. Padworth College. Покажу вам наши классы. Так, идем дальше. По учебному корпусу. Счастливые и здоровые. Это математика. Окей, это математика. Мы говорим, то есть никого нет, зайдем просто почувствовать атмосферу. Угу. Здесь висят smart desks, smart boards. Отлично. Класс информатики. Там тоже сейчас занятия. Здравствуйте, извините. Здравствуйте, это информатика? Математика. А, математика. Готовить их к экзаменам? Да, совсем скоро тесты. О боже, вы все повторяете. Да, ждем понедельник. У вас так тепло. Мне казалось, что прохладно. Сидела возле окна. Очень тепло. У вас перемена, да? Нет, уроки сейчас. Хай-фай. Хай-фай.
С этими ребятами из Казахстана я уже познакомился. И даже взял у них и у двух школьниц колледжа из Москвы и Молдавии очень интересное интервью. Обязательно пройдите по ссылке в описании. Ну да, но мне это очень нравится. То есть я могу со всеми общаться, со всеми пытаться дружить и всякое такое. У меня тоже такое было в первом году в школе. Ага. Мы специально искали такую школу. Прямо из окон школы открывается вот такой пейзаж. Как вам такое? Я считаю, это дорогого стоит. Я понимаю, что это очень индивидуально. Кто-то, наоборот, хочет дышать выхлопными газами и жить в бетонных джунглях. Но вот для меня именно такая картина более близка. Пасутся лошадки, слышите, да, поют птички. Я слышу, даже вдалеке кричит кукушка. Прокричал фазан. Ну, просто, я считаю, великолепно. Так, это арт-мастерская в Падворт колледж. Я вижу, что студенты собирают портфолио, не так ли? Да, верно. Я говорю, что если вы хотите оценить, на каком уровне преподают изобразительное искусство в школе, посмотрите на работу. Только посмотрите, как здорово. Да, великолепно. Да, посмотрите. Правда, я думаю, что это здесь учатся ребята 14+. Прогуляюсь здесь. Хоть какие-то работы посмотреть. Учителей сейчас здесь нет. Вот смотрите, какая интересная композиция. 3D. 3D composition. Вот, пожалуйста. Вот процесс работы. Еще у вас есть занятия по текстилю, графика. Да, есть. Изобразительное искусство. Мы создаем портфолио. Также фотография. И фотография. Да. И все это можно взять как отдельные экзаменационные предметы. Текстиль, изобразительное искусство, арт и даже фотографии. Все это сдавать на уровне A-Level. Вот еще одна такая 3D интересная композиция. Так что арт-департамент, вот смотрите. Падал в колледж на высоком уровне. Это работа Асанали. Правда? Это вот парень из Казахстана, с которым мы познакомились ранее. Это его работа. Ну супер. Кроссовочки. Он такой спортивный парень. Тоже интересная идея. А вот это, мне кажется, Диаса. Да, может. Финальный проект. Интересно. Okay. Спасибо. Открытые спортивные площадки в Падворт колледж. Мы сюда по такой тропинке лестницы поднимаемся. Два теннисных корта. Отлично. Зайдем вовнутрь. Ага, есть баскетбольные кольца. Это площадка для нетбола, да. Это, короче, баскетбол для девочек. Это ведь только девичий спорт. Мальчики обычно не играют. Традиционно в этой стране, да, девочки играют в нетбол. Мальчики играют там, а девочки здесь. Да, знаете, немного нечестно, по-моему. Мальчикам легче забивать голы. Да, действительно. Честно говоря, у нас редко играют в нетбол. Гораздо чаще девочки и мальчики вместе играют в баскетбол. В баскетбол. Да. И еще теннис. У нас очень много студентов, которые любят теннис. Смотрите. Вокруг зелень. Небольшой колледж, великолепный национальный микс, индивидуальный подход, специальная поддержка для иностранных учеников, так называемый EL-департамент. Расположение замечательно. 40 минут, всего 40 минут до Лондона. Я считаю, очень достойный вариант, особенно для иностранных учеников, которые пока еще не имеют опыта обучения в английской системе образования. Понятно, это не единственный вариант, есть и другие, их достаточно много. Я вообще считаю, что всегда должен быть выбор. Мы, конечно, в компании Мариади вам его предоставим.
Звоните, пишите нам, мы всегда на связи. Напоминаю, все подсказки того, как можно связаться с нами, будут в описании под видео. А сейчас я с вами прощаюсь. До встречи в следующих выпусках или уже во время вашей бесплатной консультации. Пока! Авторский канал Адиль Ермеков. Все о среднем и высшем зарубежном образовании. StudyTube. Все, что нужно знать о зарубежном образовании. TravelTube. Путешествуй по миру вместе с нами. И, наконец, Toki Toki Club. Учить английский вместе с нами интереснее и эффективнее.